Сергеевич уже сказал про тему лидерства. В наш век там безумных скоростей, гигабайтов, терабайтов информации, очень тяжело оставаться лидером. Чтобы быть этим лидером, нужно иметь не только там высокосовременное технологичное оборудование, отвечающее всем стандартам, но и, наверное, в первую очередь, это люди. Люди, которые делают работу. И вот эти люди должны обладать определенным набором компетенций, который позволяет, наверное, оставаться нам лидерами. Один из старейших и профильных вузов готовит таких специалистов. На сегодняшний день компания МТС Рязани является одним из крупнейших работодателей. В нашей численности более 1700 сотрудников. В основном это молодые люди, средний возраст у нас 35 лет. Но несмотря на столь юный возраст, наши сотрудники обладают теми компетенциями, которые там нам необходимы как работодателю в первую очередь и позволяют там быть лидерами и быть впереди планеты всей. В рамках сотрудничества это вот первый шаг открытия этой лаборатории. Таких шагов будет несколько. Мы будем планируем развивать и научно-исследовательскую деятельность. Надеемся, что у нас все это получится, и выпускники вузов будут более подготовленными и, соответственно, с удовольствием будут приходить к нам на работу. Спасибо. Спасибо. Ну, а теперь